подожди, как ты сказала? Господи, Боже мой! Господи, Эрик! Ну, конечно, мама! Господи, Боже мой! Как же вернулся голос? Не догадался, мама! Господи, Эрик! Эрик, тебе больше не нужно продавать гирлянды и лампочки. Ой. Мам, а у нас есть бумага и ручка? Бумага и ручка. Бумага и ручка. Да что случилось, сынок? Ты что не слышишь? Эрик, я выздоровела. Ведь ко мне вернулся голос. Мама, не надо торопиться. Ой. Голос может снова пропасть. Да? Лечись, мама. Лечись. Господи, Боже мой. Мама, а? Игрушки, а? Лечи. Ничего не понимаю. А ну-ка вставай, иди сюда. Я придумала, Оскар, ты будешь писать письма и не кому-нибудь, а самому Богу. Что? Да. Ой, разве только не это? Что не это? Зачем ты говоришь мне про Бога? А что такое? Родители меня один раз уже обманули с Дедом Морозом. Ты знаешь, второй раз не пройдет. Оскар, ну что ты говоришь? Бог и Дед Мороз – это не одно и то же, поверь. Это такая же ерунда. Оскар, ну как ты думаешь, я, бывшая балерина, могу поверить в Деда Мороза? Думаю, нет. Вот. А в Бога я верю. Оскар, ты знаешь, ты ведь можешь попросить у него все, что угодно. Например? Ну, например, попроси, чтобы в тебя влюбилась самая красивая девушка в больнице. Ой, Рози, ну не надо мне никакой любви. Оскар, ну что? Ну ты зануда. Роза! Роза! А можно я? Можно я напишу письмо Богу? Ну конечно, Пэгги. Конечно. Давай, пиши. Бог, я Пэгги, слушай. Дело в общем-то простое. Скоро все зависеть будет от тебя. Пусть пойдет удачно. Операция или строй. Это будет счастьем. Счастьем для меня. Еще и закон закончен. Мне нужно, чтобы ты помог. Касается он Оскара, ну, ты понимаешь, что? Бог, ты реально круче, круче, чем Дед Мороз. Тебе ничего не стоит, давай решим вопрос. Бог, ты реально круче, круче, чем Дед Мороз. Тебе ничего не стоит, давай решим вопрос. Бог, подумай только на науку ученых мира, да? Что для похудения фонд изобрели. Чтобы все таланты уменьшали массу жира, чтобы есть конфеты каждый день могли. Готовы готовить классно, чем больше бы каждый ел. Пусть я бы золотые эти, тем больше он бы ел. Бог, ты реально круче, круче, чем Дед Мороз. Тебе ничего не стоит, давай решим вопрос. Бог, ты реально круче, круче, чем Дед Мороз. Тебе ничего не стоит, давай решим вопрос. Бог, мне не в больнице. Кроме шуток, я серьезно, хоть не самый умный. Все зовут Эйнштейн, у меня водянка. В центре головного мозга, ты же всемогущий. Любишь всех детей, подумай, ведь это просто. Прошу тебя, помоги, Господь, у меня есть камень. Водянку мне на мозги. Бог, ты всемогущий, просим тебя, помоги. Господь, у меня есть камень, водянку ему на мозги. Бог, ты реально круче, круче, чем Дед Мороз. Тебе ничего не стоит, давай решим вопрос. Господи, я Роза, я хочу продать, послушай, все свои гирлянды по большой цене. Фонарей, хлопушек, прочие новогодние чуши у меня так много. Ты ведь поможешь мне? Пожалуйста, сделай это. Ответь мне, прошу, скорее. Все деньги потрачу смело. На фото моих детей. Тебе ничего не стоит, давай решим вопрос.
Готов? Роза! Да? Роза, можно я тоже напишу бог письма? Давай, сейчас, смотрите. А, так. Значит так. А, дорогой бог. Правильно. Меня зовут Асгар. Да не мешай. А, вот, у меня голова, яичная башка. Ну, стой, стой! Подождите. Я давно хотел написать тебе. Асгар. Не знаю, с чего мне начать. Это очень важно. Послушай, бог, меня зовут Асгар. Вопрос ищи, яичная башка. Я никогда тебе не докучал, не верил я в твое существование. И если есть ты, я прошу, ко мне приди. Я буду ждать, как буду спать, ты разбуди. Говори с глазу на глаз. Близится срок, ты можешь все, ты бы помог. И если есть ты, я прошу ко мне прийти. Я не буду ждать, как буду спать. Ты разбуди. Ну что, увидимся завтра?